Сегодня в студии у Олеси Фоминых популярная джазовая исполнительница, участница второго сезона телепроекта «Голос», актриса мюзикла «Мама Мия» Этери Беряшвили. Здравствуйте, Этери, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, здравствуйте. Знаю, что ваше утро начинается с особого ритуала, с приготовления кофе по-грузински. О, да. А есть у вас какой-то особый рецепт? Поделитесь. Первый рецепт, он, наверное, даже не грузинский, а еврейский. Не жалейте кофе. Даже есть же такой анекдот. Евреи, не жалейте чай в заварку. То есть, в принципе, нужно, во-первых, аромат кофе. Кофе может быть самым дешевым или самым дорогим. Да? В первую очередь, наверное, аромат должен вам нравиться. Никогда не забуду, когда я из Израиля везла 10 килограммов кофе, у меня огромная была сумка, которая просто насквозь пропахла этим кофе, но он был таким ароматным, с кардамоном я обычно варила. Но это больше такой израильский рецепт. А по-грузински это просто кофе. Почему-то у нас пьют кофе, разбавляя сахаром, но я категорически против сахара в кофе. Кофе должен быть аромат, кофе именно ощущается без сахара. Я кидаю обязательно сначала ложку кофе, хотя можно наоборот, сначала воду, но не просто количество воды, а то количество воды, которое у вас, то есть можно в стакане набрать воды и в турочку. А еще ваше утро начинается с музыки? Безусловно, поскольку я могу встать сколь угодно рано, но к выходу из дома я всегда начинаю опаздывать. Я утром пока встала, пока кофе выпила, пока поговорила с няней, пока вот мы обсудили все наши вопросы, проблемы. И уже надо валить срочно. Поэтому, естественно, то есть в темпе тику-тику я все это делаю. Песни, которые, собственно, так, некоторые визитные карточки мои стала. Хотите, напою? Давайте, конечно, с удовольствием. Тико-тико парси, тико-тико парла, тату савильон это плюка сёном ла. Иль пасе пар иси, иль пасе пар ла, ком иле водо се костуме де гора. Кофине сомбреро, ла кусе пье на пла, сосу шевале се промене пе дипа. Лесаму сташу нко, сустре де гомина, иль фе ревету ле жипонте ла намбра. Хей, хоп, и выбегаем. Грузинский темперамент у вас достаточно, ну, сейчас даже чувствую, да, и да еще и овен. А, должно быть, вы настроены всегда в таком боевом состоянии, да? Безусловно, потому что иначе жизнь тебя накроет. В Москве, знаете, единственная проблема – это погода. Из-за этого уже исходит плохое настроение людей. Люди настраиваются, ну, у меня сегодня нет настроения. И вот идут такие хмурые. Иногда удается кого-то улыбнуть. А я иду, допустим, ну, я вижу, там мама с дочкой идет, да, там, которая милая, которая, ну, когда мама с ребенком, в принципе, они всегда, они немножко уставшие, конечно, как, ну, я тоже, я их понимаю, они тоже уставшие. Но вот иногда бывают взрослые люди, ну, маму всегда можно развеселить, предположим, да, потому что ребенок что-нибудь такое скажет или сделает, и все, это милость такая, вот, смотришь и с ума сходишь. А вот люди повзрослее, иногда нужно даже человеку просто в ответ улыбнуться, и он улыбнется. Да, да. То есть для меня люди, которые не улыбаются, это для меня не представляют опасности. Соглашусь. Потому что, знаете, как должно быть, неважно, сколько у тебя зубов во рту осталось. Иногда бабушки так мило улыбаются, у которых вот даже у зубов нету. Но они, доченька, или что-нибудь такое скажут. Или бывают иногда бабусеньки другие, бывают злые бабуси. Бывают. Бывают злые, которые такое скажут иногда на весь день, испортят настроение. Но тут на помощь приходит музыка. Скажите, а как вы вообще с поражениями своими справляетесь? Если они возникают болезненно для вас? Болезненно, потому что я же овен, я должна быть впереди планеты всей. Трудно мне бывает с поражениями. Я думаю, как же я? Я хуже всех, хуже других. Потом я понимаю, что... Потом я немножко включаю какую-то философскую кнопочку и понимаю, что, наверное, Бог дает эти испытания. Это испытания. Бог дает мне эти испытания. Я должна их пройти. И я должна быть мудрее. То есть эти испытания мне даны для того, чтобы я стала мудрее, взрослее. Чтобы я, может быть, сейчас специально Бог меня притормозил для того, чтобы... То есть дал мне возможность притормозить для того, чтобы потом... набраться каких-то знаний, какого-то опыта и войти на другую ступеньку. Вот я себе пытаюсь такое объяснение найти, но это работает. Как вы справляетесь со своими комплексами? Я благодарна судьбе, что появляются в моей жизни люди, которые мне помогают с этими комплексами справляться. Которые в нужный момент, когда я страшно недовольна своей внешностью, которые восхищаются, восторгаются мной, что я... во мне есть искорка какая-то, красота женская. И шарм. Шарм, да.
И тут я расслабляюсь, тут я перестаю следить за весом, и я поправляюсь. То есть это плохо. Вот с этим вам не удалось справиться. А с чем удалось? Можете сказать, что вот с этим я справилась в себе. Но я для этого, знаете что, я для этого сделала пластическую операцию. Я страшно комплексовала по поводу своей внешности. Это было лет, наверное, 20 тому назад. Мне казалось, что совсем у меня какая-то непривлекательная внешность. И я в итоге себе поменяла форму носа. После этого мой педагог по вокалу, то есть я же сначала училась в Московской медицинской академии, получила медицинское образование высшее, а потом уже параллельно, в последнем курсе, я еще пошла в музыкальное училище учиться по классу вокала. И мой учитель, я его называю, исключительно учитель, дай бог ему здоровья, народный артист России Владислав Алексеевич Коннов, он мне, когда я вот особенно взъерошенно прибегала на урок, потому что, знаете как, я утром бежала в медицинский, там, значит, делала обход, потом бежала на сольфеджио музыкатуру, потом там добегала опять на Соколиную гору, там, я помню, это самый просто тяжелый был период, когда очень далеко были кафедры друг от друга, дописывала историю, потом шла на специальность, естественно, я уже так пошатывалась, и он говорит: душа моя, он так обращался всегда, душа моя, посмотри вот на себя в зеркало, это разве внешний вид артистки? Никогда нельзя приходить с грязной обувью никуда. Никогда. Ты должна 5 минут до того, как ты войдешь в класс, должна уделить себе немножко вот привести себя в порядок, и потом только ты артистка. И вот я считаю, что именно артистку из меня сделал он. И вот это сегодня как вы охарактеризуете? Из 100% сколько вам удалось справиться? Из 100%, на сегодняшний, наверное, день, естественно. На сегодняшний 70 где-то, наверное. Ну, это уже большая цифра. Мне удалось справиться, и я стала более... Когда я из медицинского института перешла как-то в музыкальную сферу и стала общаться с людьми менее закомплексованными, более свободными, более открытыми, и я стала замечать, что я готова человеку смотреть в глаза, подавать в руку сама. Здравствуйте, меня зовут Этери, очень приятно. И настраивать, и обезоруживать врагов. Я научилась это делать. То есть враги есть? Есть. Много? Есть. Их не так много. Их немного, потому что они чаще всего из моих каких-то потенциальных врагов и завистников потом превращают. Хотя, может быть, мне это кажется. Может быть, я слишком хорошо о людях думаю и не хочу думать о том, что этот человек мне может завидовать или... Угу. Ну, жизнь плохо. Не без этого в любом случае. У меня потрясающие друзья. Самые лучшие. У меня дочь, которая меня радует с каждым днем, удивляет меня. И я учусь вместе с ней, я учусь быть мамой. Я отвергаю какие-то старые доморощенные методы воспитания. Я хочу воспитать в ней личность, чтобы она... Я уважаю ее мнение. И, конечно, это самое трудное, потому что когда... Мама, нет! Мама, я знаю, как это делать. И тут приходится прощаться с косметичкой, прощаться с какими-то украшениями, но не то, что она вредитель, да, она исследует этот мир. А как она станет человеком, как она будет знать о чем-либо, если она не будет исследовать этот мир? А как вообще изменилась ваша жизнь с рождением вашей дочери? Исключительно в лучшую сторону. Стало, конечно, гораздо труднее, потому что... Морально и физически? И морально, и физически, потому что физически первые 2 года было очень тяжело, потому что не спать и петь – это практически несовместимо. То есть я делала какие-то финты ушами. Но хочу сказать, что Софико была таким очень спокойным ребенком в детстве, в самом раннем детстве, и она давала 3-4 часа подряд спать – это дорогого стоит вообще. Поэтому она давала мне спать все-таки, и... Я ее всегда с собой брала на мероприятия. Она спокойно у папы на руках тусила и очень радовалась всем людям, которые к ней подходили и утю-тю-тю-тю делали. Я пела. Потом я прибегала, ее кормила. Потом опять убегала. То есть как-то легко. Мне казалось, это было легко. И у меня был настолько большой градус счастья, что я даже не осознавала, что я устаю. Единственное, когда я поняла, что нужно, наверное, чуть-чуть успокоиться, это когда я поступила, когда меня приняли в мюзикл «Мамма Мия». Я стала актрисой мюзикла «Мамма Мия» в первом составе, 20 спектаклей в месяц, ежедневная репетиция, и я поняла, что все, вот тут с ребенком я уже не справлюсь. И какое-то время она была в Грузии. Она, конечно, ребенок, она страдает из-за того, что из-за моей постоянной работы. Не хватает. И
есть у нас, конечно, точки. У нас был затянувшийся кризис 3-4 лет, когда она устраивала такие прям серьезные истерики. Но, с другой стороны, мы это прошли. А вы строгая мама? Нет. А ваша дочь Софико как считает? Она считает, она ждет встречи со мной, чтобы поставить весь дом на уши. Наоборот, да? То есть да, да, да. То есть команда. Она, конечно, мной управляет. При няне и при посторонних людях она абсолютно идеальный ребенок, когда меня не видит. Но когда меня видит, она добирает свое внимание. Ей нужно мое внимание. Мама, давай вместе посмотрим мультфильм. То есть ей нужно время, мое время, когда я не смотрю в телефон, не смотрю никуда, ни в компьютер, не делаю свои дела, когда я полностью мы с ней вот разговариваю. А вы хотели бы, чтобы она пошла по вашим стопам и стала певицей? Если она будет талантливой, если она будет достигать успехов, если она будет много работать, то, конечно, да, почему нет? У каждого свой путь, и я ни в коем случае не буду сопротивляться или способствовать чему-то, да? У нее это другой человек. Конечно. Хотя она моя дочь, и она как две капли воды похожа на меня, но она это Софико Бибичадзе, это другой человек. И я ее уважаю такой, как она есть. Вы знаете, вот я вас слушаю, вы такой прям оптимист. Конечно. Вам бывает грустно? И как часто? Или из-за чего, если возникает грусть, состояние грусти? Сейчас. Бывает грустно, когда... Сейчас. Ну, блин, сейчас прямо... Такой баланс воспринимаю, прям такой, задали вопросы, прям попали в точку. Ну хорошо, эмоции выходят тоже всегда хорошо, почему нет, наоборот. Мне кажется, это большой плюс вам, потому что многие люди, к сожалению, сдерживают их. Не могу, потому что я с возрастом стала очень... Эмоциональной. Очень сентиментальной. Сейчас, соберусь. Понимаете, когда я слышу истории, в которых жизнь очень несправедлива к хорошим людям, такое-то. Сейчас. Ушло. В тушь все ушло. Когда жизнь несправедлива к хорошим людям, меня это... какая-то вселенская несправедливость, она меня прям пришибает. Мне бывает очень грустно, что я не всегда могу сделать что-то для того, чтобы этим людям стало легче. Хотя я стараюсь. Если я сейчас буду рассказывать... Может быть, пришло время, чтобы эта ситуация из вас изнутри, эмоция какая-то. Да знаете, как я не держу долго в себе, потому что я стараюсь какую-то боль уделить, разделить ее, потому что есть люди, которые могут чем-то помочь. Ко мне просто в класс пришел ученик заниматься вокалом. Первые два занятия, ничего, все было нормально, он занимается, он очень скромный, он очень хорошо воспитанный. И вдруг где-то на третьем занятии говорит, слушай, надо тебе растормошить, ты какой-то зажатый, ты какой-то... Он мне говорит, ну, вы знаете, это все из-за того, что где я вырос, где ты вырос, в детском доме, в приюте. Причем он туда пришел в 12 лет. Маму лишили родительских прав. Он, вот, говорит, все детство, вот тут ключевая фраза, из-за которой меня просто схватывает эта боль за горло, за сердце, потому что... Я не могу вернуть то время и согреть его. Он говорил, что он был все. Ничего. Что ему было холодно все детство. Накрывали куртками, то есть его клали на куртки трехлетнего, накрывали курткой. Пришли органы социальной опеки, и маму лишили родительских прав, потому что, видимо, там не только было, что ребенку было холодно, он был, скорее всего, неухоженный и так далее. Вот. И потом появилась одноприемная семья, неудачно все сложилось, неудачно сложились отношения. И потом в 15 лет появилась вторая приемная семья, где сам этот мальчик говорит, что у него было 3 года рая. Да, то есть пошло. 3 года рая, где его научили быть вот таким, какой он сейчас есть, слава богу. Просто потом случилось несчастье, его мама приемная, она умерла от рака. И он уже, конечно, сам был 18 лет, и он пошел искать уже себя, поступил в колледж и так далее. Сейчас он занимается в Москве, и слава богу, что появился фонд, который... Помогает, да?
Вот, и он сейчас при фонде «Ты не один». И я теперь вижу, что он не один, потому что я взяла такое музыкальное шефство над ним. Я очень хочу, чтобы он состоялся в этой профессии, потому что у него, знаете, когда у человека чистое сердце, это всегда очень чувствуется в тембре. В жизни очень много принимать приходится решений каких-то. Вы их сама принимаете или иногда за советом кому-то обращаетесь? Есть решения, которые, ну, я считаю, что нужно, наверное, самой принимать решение. Хотя, наверное, чаще всего самый, наверное, большой советчик – это мой папа. Потому что с папой у нас прям очень такая тесная связь. А какие вы качества, лучшие качества цените в людях, которые вас окружают? Я ценю честность, искренность. Я ценю умение радоваться жизни, умение жить полной жизнью. Ненавижу нытиков. Тут я с вами соглашусь. Это даже можно вслух сказать и громко для того, чтобы... Особенно нытиков. Мужчин. Я ненавижу, когда мужчина ноет. Да. Ребята, давайте я вам расскажу сейчас, какие у меня трудности. Да. Может быть, тогда, ну, поспорим? Если ты человек, у тебя две ноги, две руки, да. И голова на плечах, и в голове что-то есть, не обязательно... Образование высшее, да? Даже без высшего образования можно чуть-чуть приложить. Да, иногда не везет. Но, может быть, если не везет все время, да, нужно просто остановиться, чуть-чуть два шага сделать назад, обернуться и подумать. Может быть, что-то я неправильно делаю, да. Не нужно обвинять всех вокруг в своих бедах. Надо начинать с себя. Ваши положительные качества, 5, например, и ваши отрицательные качества. Давайте с отрицательных начнем. Давайте. Я всегда... Ну, с положительного начать просто нескромно. С худшего потом всегда перейти на лучшее, правильно? Да, 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 с худшего на лучшее. Отрицательное качество – это недисциплинированность. Точно не ваше. Невозможно себя ограничить в еде. Я люблю вкусно поесть, но я держусь. Я же когда как-то готовилась, один раз в жизни мне было... Я исповедовалась. Я готовилась, и когда я просмотрела эти грехи, я подумала: Господи, это все про меня. Вот это я, да, у меня, да, да, да. Какие грехи есть еще? По-моему. У меня много, на самом деле, качеств. Я просто не думала, вы меня застали врасплох. Я их не классифицировала вот так. Ну, это полезно, как вы говорите, отойти назад. Конечно, то же самое. Да-да-да, отойти назад, и вот вместо того, чтобы нестись впереди поезда, невозможность экономить. Угу. Ну, может быть, в какой-то степени это плюс? Нет. В нашей жизни это минус. Смотря как, да. Я иногда могу спустить... Но знаете, как с рождением дочери, конечно, это качество, оно чуть-чуть притупилось у меня. Потому что я могла последние деньги спустить на косметику, на украшения, на... Одежду, наверное, меньше, потому что... Нет, даже на одежду, что-то красивое, и мне идет то, что у меня фигура нестандартная, поэтому если я что-то вижу, что мне подходит, я понимаю, а вдруг потом не будет? А, угу. И вот какая-то даже разновидность жадности, наверное. Хотя, нет, не жадность, я человек совершенно не жадный. Можно перейти к положительному? Да, обязательно. Давайте теперь 5 положительных. Я думаю, это больше восторга вызовет. Думаю, что я добрый человек. Думаю, что я искренний человек. Я способна к состраданию, к сочувствию. Я позитивная, позитивненькая. Вот. И я люблю людей. Наверное, это одно из, все-таки считаю, положительных качеств. По жизни вообще везет вам? Да. Однозначно могу сказать, что мне в жизни везет. Моя первая любовь, это, собственно, был мой первый супруг. Это была такая любовь, такая любовь. Я не могла дышать. Я не могла, когда это видела, когда человека видела. То есть вы испытали те эмоции? Я испытала, которые конечно. Которые должен человек каждый испытать, в принципе, в этой жизни. Обязательно. Обязательно каждый человек должен испытать. Это всепоглощающее чувство любви, когда ты не можешь... Тебя просто тебе плохо становится, когда видишь этого человека, когда все его запахи, его
движение, его походка, его плечи. Ты понимаешь, что ты готова на это смотреть бесконечно. Потом мы расстались, к сожалению. Были причины. Потом я вышла замуж второй раз. И понимаю, что, наверное, все-таки я больше любила в какой-то момент. Но потом я начала понимать, что все-таки он меня не любит. Все-таки ему нужно было просто... А может, и любить? Не знаю. Сейчас просто очень трудная ситуация у меня в семье. И, знаете, еще такой у меня возраст. Я, наверное, понимаю, что, наверное, или сейчас должна какая-то большая светлая любовь прийти, или уже, наверное, я мама-мама-мама. Вот. Но я продолжаю флиртовать. Я хотела сказать, но мне кажется, у вас еще впереди порох очень... Порох в порохавнице. Впереди еще много всего. Я просто, несмотря на то, что жизненные сложности оставили быть и мамой, и папой для своего ребенка, да, но никто женщину во мне не отменял. Вот вы зависимы от сцены? Абсолютно я зависима от сцены. Это мешает где-то или... Нет, нет. Это не мешает, это позволяет вклиниваться в какие-то новые проекты. Мне даже, знаете, как когда я куда-то уезжаю на отдых или уезжаю в Грузию, например, там, где я не планирую выступать, мне вечером просто вот что в правой руке уже не хватает, микрофона не хватает у меня в правой руке. То есть мне нужно быть... Мне нравится быть в центре внимания, мне нравится быть на сцене, мне нравится, когда я возвращаюсь, например, с какой-то поездки или отдыха, и вот первый концерт или первое выступление на каком-то мероприятии, я понимаю, что вот это жизнь, вот это моя жизнь. Возвращаясь к разговору о комплиментах, самый необычный комплимент, который в жизни получали, был такой у вас? Самый необычный? Наверное, самое необычное было, когда меня перепутали. Я ехала, как раз прошел первый эфир на «Голосе», и многие начали уже на улицах узнавать. Я как раз в это время поехала, у меня дочь была в Грузии, и я поехала за ней на машине. Всей семьей, большой компанией, мы с мужем на машине поехали по вот этой военно-грузинской дороге, и ехали, уже ночь. Едем, и ближе к вечеру мы очень опаздывали на границу. Мы боялись, что граница закроется. Подъезжаем к блокпосту, к Северной Осетии. И там огромный блокпост, и всех останавливают всех. И подходит к нам такой симпатичный, значит, ГИБДД, что-то, наверное, или, ну, просто представитель, значит, полиции. И, значит, так смотрит, значит, у нас, значит, запах алкоголя из машины нет, естественно. Все хорошо. Вот. Тут муж немножко покашляет, говорит, что, брат, пойдем тебе дам лекарство от кашля. Нет, спасибо. Он говорит, я говорю, пожалуйста, мы опаздываем. Слушай, я тебя знаю. Я такая, думаю, надо, чтобы быстрее нас выпустил, чтобы он вспомнил, что вот в голосе он меня, может быть, видел. Вот я такая, ну да, вот недавно эфир. Слушай, ты вот это же, вот это, похоже, знаешь, на кого? Когда муж маленький, жена большая. Я вспомнила, что он меня перепутал с Лолитой Милявской. Я, конечно, очень долго смеялась. Муж маленький, жена большая, вот это. В общем, потом я объяснила, что, пожалуйста, у нас все документы, все в порядке, все хорошо, пропустите, пожалуйста, мы на границу опаздываем. Ну, в общем, он понял, что опасности мы для этого блокпоста не представляем, и с миром отпустил. Если бы у вас была возможность начать все сначала, вы бы выбрали именно ту же деятельность, которая сейчас? И вообще, да. Тот бы путь в жизни? Тот же самый путь, потому что... Все, что в моей жизни, наверное, в личной жизни я была бы более осмотрительная и не бросала бы в омут с головой, наверное, просто придавала бы большего значения людям, которым я посвятила какую-то жизнь, да, свою, которых я любила. Наверное, чуть-чуть внимательнее была бы в выборе. К себе и к людям, да. Нет, к себе, знаете как, в выборе второй половины. Вот так, наверное, я бы сказала. Более ответственно бы отнеслась к этому вопросу. А вдруг опять эмоции бы захватили? Ну, эмоции захватили, значит, я человек, который доверяю своим эмоциям. Ну, если мне радостно, и если мне горестно, я плачу, вы это видели. Если мне радостно, я радуюсь от всей души, потому что нужно жить полной жизнью. Жизнь очень недлинная, и только кажется, что... Проходит миг, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется. Да. Жизнь, мне 45 уже, могла ли я подумать? Вот это вот уже, может быть, еще? Еще, мне 45. Еще пока. Еще пока.
Очень много, и очень много не сделано. Мне кажется, что так много нужно успеть. Ну, в первую очередь, воспитать дочь. И помимо того, что это... Знаете, как мне нужно кормить детей? Не кормить, нужно именно воспитать, дать образование. Это уносит основные деньги. Что она ест? Она ест как птичка. Ну, вы знаете, наверное, читали в интернете где-то про одну женщину, которая 97 лет только бросила курить, в 102 года занялась фехтованием. Поэтому, знаете, здесь... Я преклоняюсь перед такими людьми. Это же небожители. А есть какой-то вопрос у вас, на который вы когда-либо хотели бы ответить, но вам его еще не задавали? Вы знаете, я вам хочу сказать, что обычно бывает какой-то стандартный набор вопросов. Все начиналось, как это... Вы сегодня некоторыми вопросами, вот, не то чтобы в тупик меня поставили, а вот заставили покопаться в глубинах моей души и памяти. Спасибо вам большое. Спасибо вам, и, наверное, сегодня очень много неожиданных вопросов задали. Я даже не могу сейчас придумать, что бы я хотела, на какой вопрос бы я хотела ответить. Спасибо большое вам за интервью. Спасибо за открытость, достаточно эмоциональность, да, которую вы проявили. Я вам желаю успехов и силы вам внутренней, уверенности внутренней еще больше максимально. И больше учеников, и... Спасибо, Олесь. Это Ири из тех людей, кто обладает невероятным обаянием. И она очень эмоциональна. Если она радуется, то сияет все вокруг. Если грустит, то может дать волю слезам. Умение выражать, а значит переживать свои эмоции, помогает ей быстрее справляться с негативом и неудачами. Это Ири очень ответственный человек. Об этом можно судить по ответам на мои вопросы. Отвечала она очень обстоятельно и искренне. Она очень тонкая и сентиментальная натура, которая нуждается в сильном плече рядом. При этом она сама отмечает, что не совсем продуманно выбирала мужчин в своей жизни. Но ее позитивный характер и творческая активность помогают ей самой находить решение всех проблем. Этери – очень сильная личность, лидер по натуре. Я получила огромное удовольствие от общения с ней. С вами была психолог-гипнолог Олеся Фоминых и программа «Без Фрейда». Не пытайтесь изменить мир, меняйте себя. Это ключ к вашему успеху. Увидимся через неделю.